Всем привет! С вами сегодня опять я, Ольга Карпович. Сегодня я получила красоту для дома и хочу с вами сразу поделиться. Итак, начнем. Первый мой отзыв про нож для яблок. Значит, состав пластик, нержавеющая сталь, размер 14 на 15 на 2,5, лезвие 9 сантиметров. Можно мыть в посудомоечной машине. Вот какого этот нож размера. Ну, можно сказать, на ладошку. Легкий. Заточенные снизу здесь у нас лезвие. И как видите, на немаленькое яблочко. То есть влезет яблоко любого диаметра. Я думаю... Во-первых, оно недорогое, этот нож. Может быть, любой хозяйки на кухне. Дальше. Заказала еще уже для себя, так как у меня муж просто обожает рыбу. Заказала вот такую вот штучку. Если вам видно. Скребок для чистки рыбы. Облегчает процесс чистки рыбы. Практичное ушко для подвешивания на вешалку. Состав пластик. Вот, что он собой представляет. Значит, с этой стороны, как мы видим, есть такие рифлененькие зубчики. Сюда попадает луска. Затем всего лишь... Открыли и выбросили. Пластик легкая и тоже есть для подвешивания. Приходит вот в такой коробочке. Так, дальше наши покупки. Следующее. Это приспособление для очистки чеснока. Сказать честно, очень такая прикольная вещичка. Силиконовая. Значит, 11,8 на 3,5 и на 3,5 сантиметра. Если присмотреться, если вам видно, здесь такие вот полоски, чуть-чуть выступающие. Значит, погружаете сюда вот зубчики чеснока. И рекомендуют или поводить вот так между рук, или же по столу. И получается, чеснок самоочищается, не нужно самому это все чистить. Плюс, как вы все прекрасно знаете, очень неприятный запах, который потом без нашего мыла для кухни, наверное, не убрать. И по цене 2 рубля 89 копеек по каталогу, это, я думаю... Вполне нормальная цена. Забыла, кстати, сказать артикул. Артикул приспособления для чистки чеснока 11586. Артикул скребка сейчас 11603. Артикул у нас ножа для яблок 11585. Следующая покупочка – это то, что я давно себе хотела. Это тендерайзер для мяса. Именно для отбивных, для запекания мяса и так далее и тому подобное. И значит, предназначен для отбивания свинины, телятины, баранины, мяса, птицы и рыбы. Придает мясу рыхлую консистенцию. Не травмирует мясоволокна, в отличие от отбойки молотком. Состав пластик и нержавеющая сталь. Тяжелая такая вещичка. Тоже есть на что подвесить. И здесь вуаля. Смотрите. Как по мне, как будто гвозди. Но они именно стальные и, честно, очень-очень острые. Удобная ручка,
Я думаю, мне это в хозяйстве очень даже пригодится. Артикул 11602. Это все у нас были новиночки из серии «Дом Фаберлик». А сейчас вам покажу то, что у нас в Беларуси невозможно было словить. Ну, в крайнем случае, я еще не ловила. И вот, наконец-то, у нас было обновление склада. И я сразу себе заказала. Но заказала из 5 ножей. Только 3, больше, к сожалению, не успела. Итак, начнем. Это у нас нож для очистки. Нержавеющая сталь, пластик. Значит, артикул 11441. Острый. Не тяжелый. Ручка мне понравилась, что удобно держать в руке, не скользит. И еще раз напоминаю, это у нас для очистки ножик. Следующий у нас ножик. Артикул 11429. Это разделочный ножик. Как видите, он намного больше. И здесь уже чувствуется и вес, потому что, как вы понимаете, сталь. И даже вот для сравнения с нашим ножиком, как видите, в 2 раза больше точно. Это у нас разделочный нож, тоже очень удобная ручка, что мне нравится. И я бы сказала, что ножи сделаны очень так хорошо, то есть само лезвие из ручки не выпадет. Сделаны на совесть. И следующий нож, который я успела взять, это 11439. Нож для хлеба. Ну, это как обычные ножи для хлеба. Видите, рифленый нож. С этой стороны заостренный, с этой стороны нет. По длине он точно такой, как и разделочный. Вот, посмотрите, сравните. Точно такой. Поэтому, если вы вдруг успели все взять ножики, поделитесь, пожалуйста, отзывом. Ну а сейчас я хочу вам показать очень прикольную штучку, которую я заказала себе в офис. Это складное ведро-трансформер. Пластик и силикон. Реально очень прикольная. Вот как оно выглядит, видите, в сложенном виде. Здесь получается, нажимаете на дно, и выскакивает у нас первая часть. Сейчас вам покажу. Вот. Мини-ведерко. Готово. Если вам его мало, выдавливаем остальное. Сейчас новое не очень хорошо поддается, хотя я вроде бы его сегодня открывала раза 3. Вот, что с собой представляет ведро-трансформер. Мне оно очень понравилось. Нравится, что здесь, как видите, есть такая подставочка, чтобы ручка не падала. Очень удобно, что можно помыл, убрал и спрятал. То есть оно вам не мешает. Значит, объемом оно у нас 10 литров. И реально классно, если, допустим, хранить в машине. Так, состав. Пластик. Полипропилен. Артикул 11646 по цене каталога 26 рублей 9 копеек. Напоминаю, что все у нас можно приобретать по дисконтной карте, то есть со скидкой 20%. Если у вас ее нету, проходите ниже, заполняйте анкету, я с вами свяжусь. Всем до свидания. Если есть вопросы, пишите, на все отвечу. Всем пока!